Заемщикам Башкортостана стали чаще увеличивать лимиты кредитования по банковским картам. В августе средний размер займа на пластике вырос до 60 тысяч рублей. За год эта сумма возросла на 8%. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй. В среднем же по стране лимит снизился почти на 2% до 67 тысяч 300 рублей. Если говорить о возрастной структуре заемщиков, то самый существенный рост отмечен в категории старше 65 лет на 25%. И от 60 до 65 лет почти на 17%. При этом на 4% снизился средний размер лимитов у клиентов моложе 25 лет. Если коснуться регионального разреза, больше всего средний лимит снизился в Москве на 13%. В денежном выражении это 96 тысяч рублей. А вот рост зафиксирован в соседней Оренбургской области на 19% до 60 тысяч рублей. В Татарстане на 7%, в Свердловской области и Пермском крае лишь на 2%.